Господь Чайтанья – это самое необычное воплощение Господа Кришны. Это сам Господь, он лично пришел. Это не его аватара, там, не его какое-то воплощение. Это сам Кришна, но только пришел с настроением Шримати Радхарани. И это в высшей степени необычно. Потому что когда Господь Кришна пришел во Вриндаван, он что там делал? Одна из важных частей его деятельности ежедневной причем. Это что было? Ну, игры. Ну, какие игры? Давайте. С коровами он и с голубями. А еще? С родителями. А еще? Демоны. А! И говорится, что в этом был определенный смысл очень важный. Демоны, они играют свою важную роль. Потому что в 12 часов обед, но ребята, они так заигрывались, что они просто забывали про это. И демоны, они где-то без 15 появлялись, Кришна их. И они вспоминали, о, пришло время ланча. И каждый день, это, ну, Бхагава там, вот, Кришна Бук Шрила Прабхупада, который написал, описаны самые главные демоны, там, самые такие, которые выдающиеся. Но так, это происходило каждый день. То есть он каких-то там помельче демонов, это была рутина такая, знаете. Ну, как бы, если можно сказать, что в Вриндаване есть рутина. И он убивал демонов, но когда он пришел как Шри Чайтанья Махапрабху, то что он с демонами делал? Превращал их в преданных. Превращал их в преданных. И это в высшей степени удивительно. И говорится, что он намо маха, ну как бы ваданьяя Кришна према прадаяте Кришна. Нам не говорит Кришна маха. То есть он намо маха ваданьяя, он самое милостивое воплощение. Вообще нету более милостивого. Он в принципе воплощение милости Господа. Что вместо того, чтобы тебя кокнуть, тебя превращают в чистого преданного. Хотя ты заслужил чего-то другого. Потому когда мы тут думаем, что это наши какие-то заслуги, что мы вайшнавы, что это какие-то там наши предыдущие благочестивые деятельности и так далее и тому подобное. Преданные. Надо об этом во всем забыть и понять, что на самом деле мы все объекты беспричинной. А беспричинной это значит, что в этом нет никакой причины. Беспричинной милости Господа, которая проявилась в том, что Шрила Прабхупада пришел и принес это знание людям, которые в принципе они недостойны этого, они к этому не стремились. К какому абсолютному знанию там кто стремился? Ешь, пей, веселись. Эх, живем один раз, а еще в конце надо вот так. Это хорошо. Да. Это моя коронка. Да, это так жило все человечество. И тут пришел Шрила Прабхупада. По наставлению... Да, это большинство и живет. Но... Вот это чудо, которое совершил по милости Господа Чайтанья Шрила Прабхупада, то, что он принес это знание на Запад, и оно пустило здесь корни, и более того, оно распространилось по всему миру, это в высшей степени удивительная вещь. Когда Шрилу Прабхупаду спрашивали, что, знаете, там все великие мистики, святые, они чудо, обычно чудеса показывают. Знаете, все чудеса показывают, и это там производит впечатление. И ему задали вопрос, ну а вы какое чудо? Он показал на преданных и сказал, вот оно. На западе. Вот мое чудо. И это чудо, действительно, потому что ну, то, что человек... Да, ну мы даже можем видеть это. Когда мы пытаемся проповедовать, мы всем говорим одно и то же. Но иногда происходит чудо. И твоими устами не ты говоришь, а говорит Господь. Знаете, и тогда происходит изменение в сердце. Бхакти проникает в сердце другого человека, и он превращается в вайшнава. И это в высшей степени удивительно. Потому что иногда даже я посмотрел вот на ну, то, что происходит вокруг меня, что как приходят вайшнавы. И иногда вот приходят люди, мы же, знаете, у нас есть тенденция ставить ярлыки на всех. Знаете, вот этот Блас, ну, этот Тамагунщик, этот вообще село, этого, а этого... Ну, то, и я, знаете, что вот заметил? Что приходят люди, вот он, ему кажется, что он без 15 секунд преданный вообще. Ну, то, ну все, у него все замечательные качества. Ну, на благости там вообще. Интеллигенция там такая, что вообще он тебя может просто зашактить именно своим. И он никогда им не становится. Или он постоянно только ходит и единственное, на что он способен, просад принять.
А приходят люди, которые, казалось бы, вообще не, ну, ужас какой-то. И они превращаются в вайшнавов. Причем возвышенных вайшнавов. И это то, что происходит. Потому иногда говорят, что Господь, ты, знаете, ты Бог обездоленных и нищих. Почему? Потому что, так, казалось бы, эти люди с любой точки зрения, кроме духовной, они абсолютно могут быть лузеры. Мы иногда это очень четко связываем, что, знаете, человек духовный успешно, он должен быть, он успешен во всем. Но это не так. Человек может быть полностью в материальном плане лузером и стать чистым преданным. Быть очень успешным в духовной жизни. Это не связанные вещи. Абсолютно. Ну, это я не знаю, я отвлекся. Но на самом деле я про, почему вот про это говорю. Потому что Господь Чайтанья, он пришел. И мы будем праздновать это. Я не знаю, я надеюсь, что после того, как интенсивно вот это все будет с Саударья Дамой пробудить, тем не менее, все найдут силы и придут... храм для того, чтобы отметить это замечательное событие. И плюс, я думаю, что в дальнейшем нам нужно практиковать, ну, празднование вайшнавских праздников также, чтобы мы сами могли организовывать их и проводить. Что мы будем, кроме храма, делать это еще. Ну, в этот раз все получается очень, как это сказать, интенсивно. То мы сходим в храм. Но, тем не менее, для того, чтобы у нас была правильная настройка, я думаю, что вам нужно просто послушать о Господе Чайтанье. И вот эти несколько оставшихся дней до Гаура-Пурнимы мы сможем просто медитировать на его замечательные качества, на смысл его прихода, на очень такие, очень эзотерические вещи. И это позволит нам приблизиться к нему чуть-чуть, понять его миссию и помедитировать, как я могу... Несмотря на то, что я такой маленький, что я такой озабоченный, что я такой обусловленный, как я могу быть частью этой миссии? Потому что еще одна удивительная вещь, я вот над этим размышлял, что вот, чтобы войти в игры Господа Кришны, нам нужно что? Нам нужно получить тело, там, гопи или гопа, ну, то есть это мы должны это оставить, получить новое какое-то. И то говорят, что нужно родиться сначала в Боуме, в Риндаване, чтобы там получить квалификацию определенную, и потом уже как бы духовный мир. Но самое удивительное, что Господь Чайтанья, он настолько милостивый и настолько необычное воплощение Бога, что мы не должны даже это тело оставлять, чтобы участвовать в его именно лиле. Потому что Санкиртана лила, это та лила, та игра, которую он начал. И она продолжается, несмотря на то, что он ушел в такой в непроявленный аспект. Но, говорится, как только где-то начинается киртана, Господь Чайтанья сразу там. И вот эта лила, вот эта санкиртана лила, она происходит, она происходит. И тут уж наш выбор, участвуем мы в этом или нет. И по милости Кришны, по милости Господа Чайтаньи, по милости вайшнавов, у нас есть возможность просто присоединиться к этому и участвовать. Потому что в духовном мире, когда возвращаются преданные, они делают то же самое. Они собираются вместе, воспевают имена Господа, прославляют Его, кушают просад. Более того, у нас даже есть еще больше возможностей получить впечатление. Мы можем проповедовать. Потому что в духовном мире кому проповедовать? Шрила Прабхупада, правда, говорил, если некому проповедовать, проповедуй стенам. Или это Бхактисиддханта Сарасвати такой говорил. Да. И вот сегодня я как раз хотел, ну, мы попытаемся, по крайней мере, почитать о явлении Господа Чайтаньи из Чайтанья Бхагаватам. И комментарий как раз, тут я нашел перевод даже на русский язык, кому интересно, в интернете там идите почитайте. И комментарий тут Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Иногда, конечно, это может быть нас, как это говорится, ну, придется напрягаться уму, ничего не поделаешь. Сейчас, а где мои очки? Я тебе их когда-то сдал, и они, наверное, где-то... Нет. Может, у тебя в сумке? Они у тебя в сумке могут быть.
Чи не бачиш? Бачу, ну так уже. Окей, давайте тогда пока не все здесь у молитвы. Джай-джай Шри Чайтанья Джая Нитьянанда. Джай-джай Шри Чайтанья Джая Нитьянанда. Джай Адвайта Чандра Джай Гора Бхакта Вринда. Джай Адвайта Чандра Джай Гора Бхакта Вринда. Джай-джай Шри Чайтанья Джая Нитьянанда. Джай-джай Шри Чайтанья Джая Нитьянанда. Джай Адвайта Чандра Джай Гора Бхакта Вринда. Джай Адвайта Чандра Джай Гора Бхакта Вринда. Джай-джай Шри Чайтанья Джая Нитьянанда. Джай-джай Шри Чайтанья Джая Нитьянанда. Джай Адвайта Чандра Джая Гора Бхакта Вринда. Джай Адвайта Чандра Джая Гора Бхакта Вринда. Притям Шишаки Дэнни Сада. И мы почитаем из Чайтанья Бхагаватам. Давайте я прочитаю первый стих, а потом будем просто уже без Бенгали. Джая Джая Махапрабху Шри Гаура Сундар. Джая Джая Джаганата Путра Маха Махишвара. Хотите повторить? Давай. Джая Джая Махапрабху. Джая Джая Махапрабху. Шри Гаура Сундара. Шри Гаура Сундара. Джая Джаганата Путра. Джая Джаганата Путра. Маха Махишвара. Маха Махишвара. Окей. Короче, стих. Стих номер два. Давайте еще повторим. Джая Нитьянанда. Гададаре Радживана. Джая Джая Адвайтади. Бхактера Шарана. Слава Махапрабху. Слава Махапрабху, он жизнь и душа Нитьянанды и Гададары, прибежище всех преданных во главе с Адвайтой. И тут уже есть комментарий. Шри Гададара Пандит был ближайшим спутником Шри Чайтанья Махапрабху. Шри Гададар – источник Шакти Татвы. Он всегда сопровождал Господа как в Навадвипе, так и в Нилачале. Сначала Гададар жил в Навадвипе, а затем переехал в Нилачале. Он, Гададар Пандит, он был фактически однокашником Господа Чайтани. Он когда жил в Навадвипе, то Гададар Пандит, он тоже в это время был односельчанин. О, Господи. И так как Господь переехал в Нилачалу, то он тоже туда переехал. Поселился на роще, в роще на берегу океана, как отшельник, кшетра саньяси. Чистые преданные, поклоняющиеся сладчайшим взаимоотношениям Шри Шри Рады Говинды, принимают прибежище у Гададара и благодаря этому входят в круг близких преданных Шри Гоуры. Под руководством Нитьянанды служат те, кто не погрузился полностью в поклонение всепривлекающему аспекту Кришны. Некоторые последователи Шри Гоуры, видя непреклонную верность Гададары Пандита, становились его учениками. Пример тому Шри Нарахари, которые называют Шримана Махапрабху жизнью и душой Нитьянанды. Другие жизнью и душой Гададары. Есть даже, у нас вот гора Нитай, божества, но есть также гор Гадада, божества. То есть Господь Чайтанья и с Господом, с Гададарой Пандитой вместе. Настолько они как бы близки. Ну и кроме того прочего, Гададара Пандит. Он воплощение Шримати Радхарани. Шри Гаурасундар также был Господом сердца Шри Адвейты, проявление Махавишну, и Шривас Пандита, воплощение Нарады Муни. То есть Панчататва вся.
Панчататва предстает в 5 аспектах. Шри Гаурасундара – это облик преданного Бхакта-рупа. Шри Нитьянанда – проявление природы преданного Бхакти-сварупа. Шри Адвейта – воплощение природы преданного Бхакта-аватара-сварупа. И Шри Гададар – это энергия преданности Господа Бхакта-шакти-рупа. И, наконец, Шивас – это чистый преданный. Это Бхакта-бхактия. В этих 5 обликах Шри Гаура наслаждается своими божественными играми. Если вам что-то непонятно, то вы не переживайте. Да. Да. Просто... А? Оно как бы кажется, что одно и то же, но это разные аспекты трансцендентной, абсолютной истины, и они представлены, Панчататва представляет их полностью. И это очень возвышенная медитация. И мы должны постоянно медитировать на Панчататву, на всю, для того, чтобы получить эту милость, эту возможность заниматься бхакти-йогой, заниматься преданным служением Господу. Это очень важно. Итак, 3 стих. Я уже буду переводом сразу. Слава Шри Гауранге и его близким спутникам. Простое слушание о Господе Чайтанье уже дарует нам бхакти. И тут Бхактисиддханта Сарасвати. Слава Чайтанья Бхакта Гошти указывает на Панчататву, Господа Гаурасундару и его 4 главных спутников Бхакти-татву. Во главе Шри Нитьянандой все они всецело преданы Господу Чайтанье, и их привлекает только служение Ему. Если человек будет слушать трансцендентные истории о Шримане Махапрабху, вечная природа его души непременно проявится. Суть вечной, его это имеется в виду живого существа. Суть вечной природы души – это Кришна-бхакти, преданное служение Господу Кришне. Описание личности Шри Чайтаньи, его проявлений и его славы подобны живительному нектару, льющемуся в самое сердце живого существа. Когда душа пробуждается к жизни в преданности, она начинает служить Шри Гора Кришне. Иными словами, она обретает возможность совершать чистое преданное служение Господу, основанное на знании своих вечных отношений с Ним. Для этого нам важно прилагать усилия в самообразовании вайшнавском. Мы должны помогать другим получить образование, но и сами должны прилагать усилия. Мы должны пытаться понять, так я вообще ничего не вижу. Понять философию вайшнавскую для того, чтобы, зная свою природу, действовать соответствующим образом. И вот эту милость, что мы сможем знание своей природы воплотить в реальность, потом действовать как душа. Это как раз беспричинная милость Господа Чайтаньи Махапрабху, потому что Он является источником бхакти. Он тот, кто дает нам возможность и доступ к служению Шри Шри Раде и Кришне. Без того, чтобы получить милость Господа Чайтаньи, у нас нет шансов даже приблизиться к Раде Кришне. Невозможно. Нету другого пути, преданные. Потому мы должны очень серьезно к этому отнестись. Я вас не запугиваю. Это просто такой процесс. И он на самом деле очень радостный. Есть даже стих в Бхагавад-гите. Знаете, что там говорится? И процесс этот радостный. Если процесс, который мы пытаемся практиковать, нас не радует, то это значит, это для нас как красная лампочка. Мы должны сразу, подумать, что ж не так. Что же я делаю не так? Потому что процесс радостный. Если он не радостный у нас, значит, что-то мы где-то... Так нет уж миллиона долларов. Да, это значит, мы должны задуматься, или миллион долларов он является тем, что приблизит нас к Кришне. Это же очень просто. Если перестать... на это медитировать чересчур, то и... Да, может и появится, может и нет, тебя это уже не будет так сильно переживать. Я снова, это следующий стих, я снова почтительно склоняюсь к стопам Господа и его спутников, молясь о том, чтобы мой язык смог поведать истину о Господе Гаурачандре. Желая достичь своей цели, это комментарий, цели своего служения, автор обращается к Господу и его спутникам, моля о том, чтобы трансцендентные игры Господа Гаурасундары появились на его языке. Это пример того, что если мы хотим чего-то добиться, что-то сделать, нам нужно постоянно молить Кришну и его вайшнаву благословить нас, его преданное. Потому что без милости вайшнавов, без милости Господа нас будет только фиаско преследовать. Следующий стих. Слава Шри Гаурачандре, океану милости, слава Нитьянанде, олицетворению святого служения Богу.
Итак, если вам необходимы аргументы, то примените здравый смысл, чтобы понять природу милости Шри Чайтаньи, и вы найдете, что нет ничего чудеснее. Это Чайтанья Чаритамрита отделила 8.15. То есть ничего чудеснее нет. Процесс этот радостный, и процесс этот настолько чудесен, что сам по себе он является уже совершенством. И однажды даже Шрила Прабхупада пошутил, что даже если бы сознание Кришны было неправдой, ну, выдумкой чьей-то, все равно надо было этому следовать. Почему? Потому что ничего лучше не придумали. Нет ничего лучше. Вообще. Даже если это неправда. Все остальное, оно даже и рядом не стояло. У нас великолепная философия, у нас великолепная культура и традиции, у нас великолепная диета, у нас великолепная музыка, у нас великолепные одежды, одежды преданные. Вайшнавские одежды превращают всех. Шрила Прабхупада однажды сказал, все выглядели грязными, немытыми и какими-то зачуханными, но потом вы пришли, побрились, я пришел сюда, вас побрил, одел вас вайшнавские одежды, и все вы выглядите сейчас так, как будто только что сошли с Вайкунты. Эта одежда и все атрибуты вайшнавские, они являются, как удиба называется, это то, что побуждающим является, вот, как это сказать, воспоминаем. Мы видим вайшнава, сразу думаем, Харе Кришна, да, тилок увидели, сразу подумали о Кришне. И это также побуждает. Но, кроме всего прочего, это еще и является тем, что нравится нашему духовному учителю, это нравилось Шриле Прабхупаде. Некоторые вещи преданные сейчас практикуют, которые Шрила Прабхупада прямо говорит. Что это так не надо. Ну, сейчас как-то уже более либерально все стало. Но обычно, если мы посмотрим на то, что происходило, Шрила Прабхупада обычно что-то когда говорил, то он это делал не просто так, а только лишь... Что? А, например, что? Давайте... Нет, я говорю о банальных вещах. Например, он любил, чтобы был тело. Он любил, чтобы были стрижки короткие. Любил. Как у Алекса. А? Да. Как у Алекса. Ну, у Алекса это идеальное вообще. Сику только надо. Реши. Некуда. Бороды он не очень уважал. То есть, эти вещи. Он определенные киртаны любил. Сейчас у нас киртаны такие, что если бы... Я иногда думаю, если бы Шрила Прабхупада их услышал. Что он сказал? Вот эти вот варианты. Какие? Где? Ну, бенгальцы так поют. Бенгальцы так поют. Но если мы посмотрим, как пели преданные, когда Шрила Прабхупада был, он именно был очень, как относился строго. Понимаете? А, это все классно, но мы поем Харе Кришна. Мы хотим имя, чтобы следовало, ну, было первым, а все остальное за ним следовать. А когда вот это то это именно непонятно, кого я хочу прославить. Свой замечательный вокал. Ну и так далее. Это мы можем... То есть был определенный стиль. Сейчас уже более все, как это говорится. Но есть преданные даже когда... А, поют тоже красиво. Хорошо. Но мы просто должны понимать, что мы хотим, мы практикуем это не... Ну, знаете... Не вокальный, не пение у нас кружок, не кулинарный кружок. Не индийских танцев у нас кружок там, и так далее. У нас мы пришли для того, чтобы вместе с вайшнавами, которые нас окружают, заняться тем, чтобы попытаться удовлетворить, доставить удовольствие чувствам кого? Говинды. Говинды. Духовного учителя. И вайшнава. И это наша цель. Мы хотим это научиться это делать. И мы хотим это практиковать. И улучшить качество нашей практики. До такой степени, что в один момент нам скажут, о, это нормальный гай, давай к нам. И заберут нас в духовный мир, нечего нам тут уже будет делать. Понимаете? То есть это наша цель. Мы занимаемся самоосознанием, мы занимаемся йогой. Вообще, по-другому это еще называется бхакти-йога. Самая прикольная йога, на мой взгляд. Не надо там сильно пыжиться, все именно очень гармонично. Для того, кто прост. Не простачок, а у кого кто просто. Так, я подождите, пытаюсь. А, да. И для этого нужно разум применить. Выражая свое почтение к Господу, Шрила Рупа Госвами также называл его... О, ничего себе.
забыл очки. Называл его Махавадания, самый великодушный, и Кришна Према Прада, даритель любви к Кришне. Господь Шри Кришна, олицетворение Мадурья Лилы, сладостных игр, проявил Аударья Лилу, игры сострадания, в своей горе Лиле. Это все, чем отличается Вриндаван от Навадвипы. Во Вриндаване преобладает сладость, в Навадвипе преобладает милость. То есть, когда мы попадаем в Навадвипу, то мы можем это ощутить в полной мере. Это Майяпур. Майяпур, да. Мы должны туда все вместе преданные поехать. Да-да. Вот это по-нашему. Когда ну, мы едем, выступаем. Когда мы едем? Ну, я тебе отвечу, я в Израиле прожил более 25 лет. Скоро. Скоро. Я тебе отвечу, как там все отвечают. Так. Шрила Нитьянанда. Шри Нитьянанда, олицетворение преданного служения. Как слуга Шри Гаурасундары, высшего объекта поклонения, Нитьянанда поклоняется ему, но при этом он сам является объектом поклонения чистых преданных. Господь Шри Нитьянанда Рама, бог богов, сам Вишну. Одновременно с этим он слуга Гауры, своя мрупы, и помогает развиваться его трансцендентным играм, исполненным великого сострадания. Господь Нитьянанда служит Господу в 10 обликах. Но в Адвипе и в Джаганатпуре до сих пор поклоняются божеству Шри Нитьянанды. Итак, следующий стих. Эти божественные братья непостижимы, так же, как их преданные. И все же истина о них, по их же милости, удивительным образом сама проявляется в сердце. Комментарий. Два Господа, Гора и Нитай, так же, как их преданные, недосягаемы для материальных чувств и ума. Они исполнены знания и блаженства. Гордые мирские ученые, занятые лишь удовлетворением своих чувств, не в силах постичь их истинную природу. Гоура и Нитьянанда открываются только своим предавшимся слугам. Шрила Кавирадж Госвами пишет. На заре творения Верховный Господь вошел в сердце Брамы, даровав ему силу творить мир, а также совершенное понимание Вселенной и своей божественной природы. Он повелитель богини речи, провозгласил славу поклонения Шри Кришне, явившись из уст Брамы. О Господь, будь же милостив ко мне. Когда Махарадж Парикшит попросил Шукадева Госвами рассказать о сотворении мира, Шри Шукадева вознес молитвы Верховному Господу, такие, как этот стих, который я только что прочитал. Это Шримад Бхагаватам 2.4.22. Шримад Бхагаватам подробно рассказывает о том, как Господь Нараяна наставлял Браму, первого учителя Брама Сампрадаи, нашей Сампрадаи, открывая ему суть Шримад Бхагаватам, зрелого плода дерева веры. Там, например, говорится: «Тене Брама Хридая Адикавае». Он вложил знание вед в сердце Брамаджи, первого сотворенного существа. Это Бхагаватам 1.1.1. «Маяду Брамане Прокта Дарму Ясьям Мадаштакам, Мадатмакам». Я поведал Браме ведическое знание, ибо я – олицетворение высочайших религиозных принципов. Религиозных принципов вед. Это 11.14.3. Ямбагавата Пурвам Брамане Наби Панкаджи Сампракшита. Брама был первым, кому Верховный Господь открыл высшую истину. Шримад Бхагаватам 12.13.10. Потом следующее. Касьями Йена Вибас Сито Ям Атуло Джана Прадипа Пура. Верховный Господь на заре творения даровал светоч высшего знания Господу Брами. 12.13.9. Я, короче, вам буду все читать. О, Господи. Вот.
Тут очень много цитат приводит человек. Бишмана. Это Кавираж. Кто это был? Давайте, чтобы не терять. Шрила Кавираж Госвами, да. Кришнадас Кавираж Госвами. Он приводит много-много цитат. И еще одно из них. В конце он подчеркивает, заканчивает свой комментарий. Пустые безжизненные речи, порожденные желанием материальных наслаждений, не помогут живе освободиться из оков майи, проявляющихся в неприятии Бога. Единственная надежда на спасение лежит в слушании чистых преданных, представляющих Кришну. То есть никакие вот эти вот New Age там, и так далее, вот эти вещи, такие, всякие псевдодуховные движения, они не помогут приблизиться к абсолютной истине ни на полшага, ни на сантиметр, ни на миллиметр. Только лишь слова, которые исходят из уст святого вайшнава, они могут нам помочь. Такой был стих, Господи. Тут одна книга, знаете, она в этом, в zip, в этом формате каком-то. Из-за этого. Так, это было. Это было шестое, теперь было седьмое. Седьмой стих. Даже Брама и другие боги обретают знание высшей истины лишь по милости Шри Кришны. Это подтверждают все писания, такие как Веды и Шримад Бхагаватам. Следующий стих, восьмой. Восьмой, восьмой, восьмой. Где это восьмой? Восьмой, восьмой. Это ужас какой-то, так можно. Вот 9.11. Брама появился на свет из цветка лотоса, выросшего из пупка Вишну. Еще не обретя могущество, Брама не видел ничего вокруг себя. Тогда он предался Всевышнему, и великодушный Господь предстал перед ним. Милость Кришны побудила в сердце Брамы трансцендентное знание, благодаря которому он смог постичь истину о различных аватарах Верховного Господа. Комментарий. Махабарата. Шанки Парва 347-40-43 рассказывает о семи жизнях Господа Брамы. Ранее он рождался из ума, глаза, речи, ушей, носа и яйца. Когда Брама родился из лотоса, он открыл глаза, но не смог увидеть Бога, которому поклонялся. Тогда Брама предался Верховному Господу, и тот появился перед ним. Поэтому в Ведах говорится. Поэтому в Ведах говорится. Наям атма праваче нена лабья, намедаса набуна, набуна шрутена, ям авайши вритуне тена лобьяс, тасьяш атма вивринуте танумсван. Невозможно познать Бога благодаря глубокомысленным объяснениям, проницательному разуму или незаурядной эрудиции. Господь открывается тому, кто сам выберет. Такому человеку, то есть он, кого выберет, тому и откроется. Такому человеку Господь открывает себя. Это Ката Упанишат 1.2.23, Мукунда Упанишат 3.2.31. Всеведущий Господь Кришна, явив свое великодушие, позволил Браме осознать природу своего «я» и распространить духовное знание. После этого из уст Брамы изошли два слова – «Ом» и «Атага». Так Брама смог постичь тайну явления и удивительных деяний Верховного Господа, воспользовавшись нисходящим методом познания и отвергнув восходящий. Об этом говорит Шримад Бхагаватам 1.1.1. Он вложил знание вер в сердце Брамаджи, первого сотворенного существа. А пустые же безжизненные речи, порожденные желанием материальных наслаждений, не помогут живе освободиться из оков майи, проявляющихся в непринятии Бога. Единственная надежда на спасение лежит в слушании чистых преданных, прославляющих Кришну. Следующий стих. Если у вас какие-то есть вопросы по ходу, то вы как это говорите?
говорить. Будем разбираться, пытаться. Невероятно трудно осознать то, как Шри Кришна нисходит в материальный мир. Разве кто-то способен понять это, не обретя его милость? Комментарий. Тот, кто накапливает материальное знание, основанное на чувственном опыте, никогда не сможет постичь деяний Господа Кришны. Другими словами, материальная наука, как бы далеко она ни зашла, она никогда не поймет, что является источником творения, что является источником жизни. Все их потуги, они именно это сравнивало на Шрила Прабхупада, это с колодезной лягушкой, знаете. Весь мир лягушки в колодце, это вот этот колодец, вода, которая там, и она просто даже не способна, ну, понять, что за пределами колодца есть огромный мир, что есть океан, в который там этих колодцев бесчисленное количество поместится. Нет, для нее вот это все, это и она его познает, пытается там познать. Подобно этому современные ученые, они как колодезные лягушки. И главное еще, лягушку еще, есть такой пример, что преданные, они прославляют Господа, а материалисты, они когда что-то говорят, это бессмысленно и даже наоборот, приносит им вред. Подобно как лягушка, она когда квакает, она еще и привлекает свою смерть в виде аиста. Вот таким образом. Кока, ого, кстати, еда. И она именно квакает, думает, что она что-то умное говорит. А на самом деле... Аист. Да, бака аист придет с косой. С косой. И все. И голова с плеч. То есть то, что говорят преданные, приносят им благо. Потому что они, по идее, ничего, кроме славы Господа, его трансцендентных качеств, его деяний, они не описывают. Материалисты и так называемые трансценденталисты, они мелят ерунду и подобно вот этой колодезной лягушке и подобно вообще лягушке призывают на свою голову смерть. Да. Мне всегда интересно, Шри Прабхупада, он много пишет о ученых, не очень-то одобряешь, да, все это. Мне вот интересно, я понимаю, в то время, да, там был всплеск, что да, ученые доказали науку и так далее. Сейчас я не вижу такого. Есть ли смысл нам вот фокусироваться, ну, на этой критике ученых? Ну, ученые, ладно, стараются что-то делать, изобретают новые айфоны, интернеты, которые мы используем в проповеди. Как бы, может быть, ну, сейчас уже в наше время какой-то новый фокус, да, может быть, кто-то больше вреда приносит, чем ученые. Не, ну это не является целью нашей вообще всей, даже того, чего мы говорим, что мы постоянно только и делаем, критикуем ученых. Мы об этом не так часто уже и говорим. Потому что Шрила Прабхупада, он науку как явление, он ее не критикует. Он, то, что он критикует, это вот именно сам подход ученых как безбожников. Что они пытаются, во-первых, ну, без того, чтобы познать Кришну, познать его творение, во-первых, это нонсенс, это не получится, это раз. А во-вторых, они, вся цель их деятельности, это просто, ну, чтобы более изощренными сделать удовлетворение чувств. Преданные, да, они это используют, но это не значит, что если бы этого не было, то их бы преданное служение от этого пострадало. Понимаешь? Потому что принцип юкта-вайраги, преданные все используют, то, что можно использовать в служении Господу. То есть для них с этим нет никаких проблем. А я могу дополнить. Сейчас еще дополнит Давадарати Прабху. Я сейчас просто закончу мысль. Что то, что Шрила Прабхупада и то, что Бхактисиддханта Сарасвати здесь говорит, что просто некоторые ученые, они же объявляют целью своей деятельности, что это как его... Потому что их цель это познать Абсолют. И он просто это говорит о том, что это невозможно. Это просто, ну, это в принципе невозможно. Понимаете? То есть, если это невозможно в принципе, то хоть головой об стену бейся. Какую форму там это не замотай, результат будет один. Ты в невежестве. Вот и все. А то, что понятно,
То, что они там придумали, телефон придумали. То есть... то, о чем ты говоришь, я понял. Это но мы должны, мы их не критикуем. Мы их не критикуем как ученых, мы критикуем их как ученых-материалистов. Если они хотят, даже используя те методы, которыми они пользуются, им просто нужно пустить, как бы... Это Шрила Прабхупада то, что говорит. Нам в жизни ничего даже менять не надо, надо просто Кришну пустить туда. Если ученые использовали свой интеллект, который они постоянно... у них некоторых очень развитый. Для того, чтобы постичь Господа, а постижение Кришны, оно подразумевает автоматически, что ты постигаешь его в разных его аспектах. И также материальный мир – это как часть его творения, как часть его, в принципе. Ты его поймешь. Я почему спрашиваю, потому что иногда бывает, что вот, там, книгу идешь почитать, и там говоришь, и так далее. Спрашиваю, а что он так это включен, и так далее. Я обычно так объясняю. Тогда так было, они уводили, другой какой-то занимались, опытными на этом. Они как бы занимаются своим делом, и хорошо. Это их путь. Когда-то там через несколько там, сотен там, тысяч жизней. Господь Чайтанья сейчас пришел. Зачем ждать сотни жизней и тысячи? Мы должны людям говорить. Хоть они ученые, хоть они, я не знаю, там, трактористы, хоть они там, я не знаю, там, медики. Потому что это удивительно. Если ты пытаешься понять Господа, ты все остальное поймешь даже более лучше и более глубоко. Просто некоторые вещи просто не будут происходить. Почему? Потому что они не нужны. Понимаете? Потому что если мы посмотрим, вот, подобно как лягушки, которая призывает, квакая, смерть свою, ученые, они вот что не придумывают, ничего хорошего. Есть хорошее, но и все равно пытаются первым делом это использовать для того, чтобы поубивать как можно больше людей. Все научные достижения, они же, знаете, сначала в армии появляются. Потом их начинают использовать. Научные достижения? Да, научно-технического прогресса. Это все, конечно. Лекарства тоже. Они же не в армии. Лекарства не в армии. Лекарства может, не в армии. В армии там излечились. Есть ученые, которые изобретают, например, лекарства. Нет, так есть ученые изобретают лекарства, но здесь не в этом речь. Во-первых, одно изобрели, другое как бы. То есть этот прогресс. Ученые, они вот эти все же их изобретения, они призваны к чему? Чтобы облегчить жизнь, правильно? Да. И она облегчилась сильно. Вот давайте честно. Появилась возможность больше наслаждаться. Больше? Разнообразие. Больше? Да. Я преданный не буду вам количество часов, которые я работаю, чтобы просто выжить. Вам даже озвучивать. Чтобы просто не вводить вас в шок. Ну это Израиль, окей. Okay. Почему тут Израиль? Я в Канаде живу. Не-не. Что? Вы живете? Нет. Вот эти все, вот этот так называемый технический прогресс, он приводит к тому, что люди просто за выживание в борьбе. Раньше все работали там, я не знаю, когда нужно было, там, пошел поработал. Потом уже начали, знаете, крестьяне, например, когда работают? Да, сеять надо, убирать надо. Там чуть-чуть там поддерживаешь там между этим. Да, вот в Виннипеге хорошо. Да, в Виннипеге хорошо. Нечего делать. А сейчас, для этого как можно больше открывается вот этих киосков с этими. Да, чтобы людям было чем себя занять. Потому что иначе они начнут пить и резать друг другу лодки. Про ученых сказать. Я просто подожди, закончу. Просто сам подход, вот что вместо того, чтобы. То есть вся деятельность, она направлена не на то, чтобы даже ученых. Потому что это интеллигенция, она направлена не на то, чтобы познать абсолютную истину, а на то, чтобы просто еще более усилий сделать более интенсивными, сделать более качественными чувственные наслаждения. А это нонсенс. И за еще, извините, Матаджи, по закону кармы, который мы знаем, любое наслаждение, в нем нет никаких проблем. Наслаждение это круто. Карма. Мы только единственное должны помнить, что мы за все должны будем заплатить. Или уже заплатили. Или заплатили. Но в основном, короче, да. Иначе бы не были созданы банки, кредитные карточки и так далее. Потому что это мы, как бы, наша карма только в кредит.
То есть мы сейчас берем, а потом не кочегары мы не будем. Понимаете? Нам за все всему есть цена. Вот и все. Да. Да. Ну вот еще хотела дополнить, что мы да, понимаем, почему Прабхупада так говорил, потому что в то время, особенно ученые, они использовали вот это для того, чтобы доказать свое превосходство над Богом. Вот посмотрите, мы преодолели законы. То есть они считали, что и они так, и они использовали это для того, чтобы ну, доказать, что Бога не существует. Вот мы вот расщепили атом, вот мы вот сделали, и вот теорию большого взрыва, то есть это доказывает, что вашего Бога не существует. То есть и поэтому, ну вот как вы верно сказали, что вот это была как бы материальная направленность, чтобы доказать, что на самом деле вот, да, я Бог, и ученым надо там поклоняться, а не Богу. Ну, в кавычках, да, такое вот желание. Вот. А сейчас, вот, да, насколько вот это сейчас все еще актуально, и насколько вот людей не спугнет, если вот они вот такой фокус будут в книжках встречать или в лекциях. Даже сейчас не модно, а вы же неверующие там, да? Я как раз хотел... Но именно это все вранье. Это все вранье, потому что если бы они действительно... Ну, знаете, это как эти, как КГБисты и коммунисты. Раньше, короче, за это сажали в тюрьмы, потом политическая конъюнктура сменилась, все стоят свечками в церкви. Но в реальности им, короче, до этой церкви, это просто часть, как это говорится, лилы их. Они, это вранье. Люди как были материалистами, так и пооставались ими. Но это неубедительно. То есть, вот это очень убедительно. Это... Смотри, убедительно, неубедительно, это уже, как это говорится? Так я хотел сказать. Вот. Ты сейчас убедишься. Да. Вот дополнение, что это очень актуально, и критиковать ученых нужно. Почему? Потому что у нас есть варны, да, то есть шудры, шакты и так далее. И ученые – это браманы, это верхушка общества. И... Как я увидел недавно, то есть я работаю в рабочий класс, да, и много украинцев сейчас приехало, и со мной украинец один работает. И на примере даже того, что я ему объясняю что-то, и он спрашивает, и он приводит в пример ученых. Он приводит в пример, это дипломат, это ученые. И я его сразу как бы разбиваю, и он такой... Ну да. То есть мы как бы, наша проповедь основана на том, что мы несем ведическую культуру. И сейчас это не ведическая культура. И получается, что обычные люди следуют ученым. Для них это авторитет беспрекословный. Я это увидел. Если вы не общаетесь с такими людьми, это... Можно выйти на улицу, их очень много. Ученые для них все. Это вот он сказал, другой нету истины. И вот в этом проблема. Почему мы их критикуем, ученых? Потому что они для этих, для всего общества, они ведущие. Они нас ведут за собой. Но куда они нас ведут? А ведут они. Ну и критиковать ученых, преданно, надо тоже, знаете. Потому что, например, если мы начинаем Почему? Там... Потому что если ты будешь их просто критиковать, это будет как обзывательство. Это... Какой-то чуть. Если нет, есть просто ученые преданные, понимаете, которые могут разговаривать, например, в каких-то дискуссиях с учеными на их уровне. То есть, если мы ничего не понимаем в этом, то лучше это не критиковать. Не потому, что это там, ну, это правда или это неправда, потому что если мы в этом некомпетентны, мы просто в лужу сядем. Просто не сядем. Не, пробовал. Я пробовал, я не. Учителю говорил. Просто ведические вещи, пацан молодой. Какого имени? Математики. И, и он на меня вот так открывал глаза. Работает. Если мы говорим... Хорошо. Нет, если мы говорим истину, это работает. Не надо бояться. Это Шрила Прабхупада. Не, бояться не надо, если тебя спрашивают. Но если ты начнешь там, например, с астрономом в дискуссию, например, войдешь там, Земля какая там, круглая, и сколько там до Луны километров и так далее, а ты будешь ему рассказывать, что на Луне на самом-то деле леса там, и там, короче, вообще цветет все, потому что это же бог Луны, он же отвечает за вкус. Знаешь, просто, ну как это, люди не воспринят это всерьез.
Нет, это их дела, но мы же хотим... Ты же впечатление хочешь произвести? Нет. Я, например, знаю, как вот в армии откосить было вот в Израиле. Очень тяжело. Но если, например, ты вот знаешь философию вайшнавскую, то это было очень легко. Ты идешь к психологу и говоришь, что, что душа... Каким образом просто рассказываешь в ведических писаниях описано, как душа попадает на землю. Что душа с дождем попадает в землю, потом прорастает в злаках. Потом человеку спекли хлебушек, он это покушал, она попала в мужчину, мужчина потом та-та-та. И это родили. Истина. Вот. Да, но если ты такое расскажешь, тебе просто освободят от армии. Причем освобождение будет не потому, что ты мудрый, а потому, что ты дурачок. Вот это освобождение. И это истина. От армии, да. Времени, место приятия. Да, совершенно верно. Джамшиду Прабу не нужно говорить эти вещи в колледже. Да. Но это нужно говорить в какой-то беседе за столом и говорить, что а я нет. Как-то вот так. То есть не так, чтобы прям, чтобы тебя посчитали сумасшедшим. Нет. Ну хотя бы они должны нести ответственность. Они должны Нет, если люди, например, если мы проповедуем человеку на личном уровне, например, просто человек и человек, неважно, он ученый, он там хоть кто, хоть летчик, хоть пилот. Когда мы говорим о каких-то вещах, например, с ним определенных, конкретных, это окей. Но если мы, например, проповедуем ему как ученому, мы должны быть сами учеными, нас никто не будет слушать. Поэтому Шрила Прабхупада, у него были ученики, которым он просто дал наставление, чтобы они проповедовали именно ученым. Почему? Потому что у тех, например, ученая степень, и у вайшнава этого ученая степень. И он говорит на том же уровне, и он может опровергнуть их, пользуясь тем же языком, теми же терминами, теми же... И тогда у них просто нет уже... Ну, против правды не попрешь. А когда ты начнешь им рассказывать это все, например, даже там словами вед, которые они просто будут... Ну, для них это сказочки. Понимаешь? Но... Да. Это вот как, например, с вами хорошо. Ученый-химик, если он говорит, это прям авторитетно, и он понимает, о чем говорит. Если я буду говорить, у которой там по химии, я четвертая была, то я просто дискредитирую не только себя, но нет, и... то есть мы можем с ними, например, с этими учеными обсуждать вещи, о которых, в которых наука, она полностью, ну, она не ориентируется. Мы на одинаковом, как это, наши позиции одинаковые. Но если мы начнем там опровергать, там, я не знаю, там, третье там, уравнение какого-то там, не знаю, кого-то там, используя веды, сами не понимая даже, что это за уравнение. Ну, как? Ну, например, как может быть человек учителем, если он сам курит, например, не может бросить? То есть, как уже... Нет, это уже вопрос этики, это уже оставь. Да нет, это самый главный вопрос. Человек сам себе вредит, и еще считается, что он лидер общества, ученый ведет за собой. А в чем здесь наука? К тому, что мы должны их... Мы просто для качества Господа Чайтаньи так и не дошли. Нет, так уже время. Это хорошее обсуждение. Это очень хорошее обсуждение. Так, подожди. Нам все равно нужно какое-то... Закончить на хорошее. Да, должно быть какое-то... Так, то есть понять Кришну и преданных мы можем только по их милости. Это было следующее тезис. 13-й. Шри Кришна приходит в этот мир, все лила аватары предстают в его облике. То, как это происходит, непостижимо и таинственно. Полагаясь только на собственные усилия, без милости Кришны невозможно сделать даже первый шаг в понимании науки Кришны. Только после того, как Господь Шри Кришна явит свои игры удачливой Дживе, она сможет начать поклоняться Ему. Те, кто полностью оставляют попытки понять разумом высшую истину и не меняя внешнего уклада жизни, начинают слушать трансцендентные повествования о тебе из уст твоих чистых преданных, посвящают служению тебе все свое тело, ум и слова, несомненно покоряются, покоряют тебя, непобедимого для всей Вселенной. Окей, преданное. Так или иначе, это было читание Бхагавата, и это начало главы, которая описывает явление Господа Кришны, читание Махапрабху, мы до него не дошли. Но
здесь это хорошая тема, которую мы затронули. И здесь также вот частично есть ответ на это, что до тех пор, пока мы не услышим, кем бы мы ни были, науку о Кришне из уст чистого преданного, в нашем сердце не произойдет никаких изменений, и в нашем разуме также. И потому ученые там это, или кто-то, даже если, например, ну, в частном случае в каком-то, мы какому-то ученому что-то сказали, он это воспринял, это говорит о том, что, может быть, в этот момент мы были достаточно, как это говорится, в тонусе, в смысле бхакти, что мы смогли просто донести вот это трансцендентное знание. Но, в принципе, это также должно стимулировать нас продвигаться самим. Потому что, когда мы общаемся с людьми, находясь сами на трансцендентном уровне, то и вещи, которые мы будем им говорить, они будут с этого трансцендентного уровня сходить и доходить в сердце человеку. Мы будем знать, что ему сказать. Или чего ему лучше сейчас не говорить. Потому что это тоже определенного рода квалификация. Потому что если мы, например, начинаем правду матку рубить, это правда. Это абсолютная истина. Например, тому же ученому мы скажем, что вообще вся твоя наука это растереть и выплюнуть. Навряд ли он именно захочет следовать тому, чем мы занимаемся. Он подумает, а кукурику какой-то. Пойду-ка я лучше пивка дам. И все. Но если мы, например, скажем ему по-другому, скажем, что да, наука классная, но просто из-за того, что ученые, они, вы отвергаете вот, как бы, вот этот весь аспект того, что абсолютная истина – это личность, того, что все из нее исходит, и все имеет смысл, и есть кроме восходящего метода познания, есть нисходящий метод познания, который Брама восходящий отверг, по-моему. То есть ты то же самое можешь сказать человеку, но учитывая его обусловленности. И тогда он да, ну окей. Может, я даже свою там, типа, теорему какую-то лучше пойму, понял, кто такой Кришна. У меня есть. У нас была знакомая, ну как знакомая, мы с ней познакомились, там отношения никак не развили, мы в Израиль уехали. Так она была свидетелем Иеговы. А у нее брат стал преданным в Харькове, какая-то мамочка, я не помню, как ее зовут. Так вот она, короче, решила же его же спасать. Правильно, молиться за него. Да, а чтобы спасать, надо же знать врага в лицо. И она решила понять, что же он там читает, что же это за... И начала просто Бхагавад-гиту взяла. И он ей не проповедовал, потому самое лучшее проповедь родственникам не проповедовать. А любить их, кормить, ну, понятно, не вестись на все ихние там. Типа... Ну, разные родственники есть. Да, окей, разные родственники. Мы не говорим о демонах. Мы говорим о нормальных родственниках. Потому, например, я вот, например, вам скажу, вот у меня брат в конце, вот перед тем, как он тело ставил за несколько лет, он стал преданным. Он стал повторять мантру. И я понял, что это знаете почему? Потому что я ему не проповедовал. Все. Единственное, что я делал, когда его встречал, я его обнимал, я с ним, короче, там, я не знаю, мы там ну, что-то делали, просад ели там, и т.д. и т.п. Все, и он в конце жизни, так как он меня любил, а я именно это очень ценил, он думал, что, наверное, это ценное что-то, и стал потихоньку разбираться в этом. Очень стал ценить преданных, там, если кто-то что-то на преданных что-то говорил, он сразу бил в челюсть. Серьезно, именно вот было все именно банально. Так. А потом, в конце концов, он именно стал повторять мантру, он не был там, не сильно там, ну, то есть... Уже именно он даже, ну, фактически духовного учителя выбрал. Просто что, так как он не мог еще очень строго следовать, он сказал, что я пока не подожду. Он старше? Младше. То есть я просто это привожу к тому, что неважно, вопрос очень важен еще не то, что мы подаем человеку. Это очень важно. Но также еще важно, как мы это подаем. Потому с учеными... Надо разговаривать их языком. И понимать их ценности, чтобы не оскорбить там. То же самое со всеми остальными. То есть, если мы проповедуем тех, кто с индийской культуры, это одна проблема. Тех, кто африканцы, тоже. Там, нельзя говорить слово негр. Там,
скажешь нет. А вот они все обижаются, но ты им навряд ли сможешь объяснить, что вот, например, в русском языке там и в России, там, в Украине где нету подтекста вот этого ругательного в слове негр, правильно? Потому что негр это как японец. Ну не японец, а там монголоид там, или там кто там еще. Я не знаю, европеец. Негроидная раса, было даже слово такое, мы учили в школе. Это не офенс. А тут, если ты подойдешь, скажешь, ты представитель негроидной расы. И тебе сразу ставят, я так. Если я лягушка вышла из болота и начинает рассказывать. Не, понятно. Ну, я имею в виду, мы сейчас говорим про принцип того, как мы должны рассказать людям о Кришне. То есть, если мы придем и скажем, Кришна черный, он тоже негр. Не, ну я утрирую. То они подумают, это какой-то расист. Это сборище расистов, надо их, короче, сжечь. Шрила Прабхупада однажды проповедовал в ЮАР, и он сказал, ну, и Кришна ж черный, и все впали в экстаз там, потому что там у него было все чернокожие. И один стал такой, говорит, Кришна черный, и типа вообще, он, это вообще према с него шла. Шрила Прабхупада сказал, что не такой, как ты, не переживай, он сияет. Знаешь, короче, и все. Нет. И потом своим ученикам Шрила Прабхупада сказал, я старый человек, мне под 80-ник, мне можно, вам такого делать нельзя. Он вообще там разносил всех. Но он именно чистый, преданный, он в таком возрасте. То есть Шрила Прабхупада, он понимал это. И есть описание, описывают его... ученики, как он общался с некоторыми людьми, которые потом становились серьезными преданными. Или с родителями, например, преданных. Он никогда им не проповедовал. Приезжал вот, про кого? А, Яду Бар Прабху, это же я слушал. Что он говорит, что его отец... Знаете, кто такой Яду Бар Прабху? Это вот все фильмы, которые сняты. Это вот этот преданный. А Шрила Прабхупада снимал. И он говорит, что все оборудование для съемок ему папа купил. И Шрила Прабхупада с ним встречался несколько раз. А папа у него был... то ли физик, то ли математик. И Шрила Прабхупада с ним обсуждал физику или математику. Ну, я не помню какую-то. Вот когда они встречались, он с ним вот это вот все обсуждал. И он именно так Шрилу Прабхупаду полюбил. И так вообще, что он был счастлив, что его сын вайшнав. Понимаете? А если бы он ему пришел и сказал, твоя наука, это вообще... Ну, ее вообще... Да, ты именно невежда... Вот ты хорошо хоть сын у тебя, а так бы ты сгнил бы там в этой материальной своей жизни. То есть так, мы можем так, конечно. Но это определенные должны быть люди. Например, однажды на Харинаме, у нас была Харинама. Ну я, конечно, тогда меня это ошарашило, я был чуть-чуть расстроен, что я такое впечатление на людей произвел. И пришли какие-то, там обычно приходят местные, местные сразу танцуют они. Ну израильтяне, им там только палец покажи, они плясать начинают. Такая ментальность такая хорошая. Потом, а потом есть тоже иммигранты. Иммигранты из страны СНГ. И я помню, у нас Харинама такая вообще экстатичная. И человека три такие пришли. Я смотрю, ну это с Донбасса, наверное. Ну, стоят, смотрят, смотрят. А потом у нас там было, мы там тут пели там со стороны моря, а напротив стоял там Бибишан Прабху, он уже тело во вреда его не оставил. И он книги распространял. И я что-то к нему подошел, там, ну просто там, типа, Харибан, ну в экстазе. И они такие, бац, ко мне подходят. Такие, привет. Привет. Где сидел? Где сидел? Где сидел? И я такой, ну вот ничего себе, вот это впечатление на людей произошло. Я очень расстроился. Ну и все, но с ними именно разговаривали, там, типа, по фене, знаете. И они нормально взяли просад и пошли. Или там пришли какие-то кавказцы, я помню, на Харинаме, и начали именно к женщинам, как бы, знаете, лезть. И пришел, а Джаганнат, он с Баку. И он пришел там, типа, а, братуха, откуда? Тот говорит, с Грозного. Вот ты в Грозном так бы себя вел, там, чтоб ты, и чудаки, пошли. То есть, знаешь, он, и все. То есть, мы должны понимать, это квалификация Мадья Вадикари, преданные, опять 25. То есть, конечно, он видит только себя, Бога, гуру максимум, и он именно знает все, он знает, как, короче, нам надо построить сейчас духовный мир тут везде. Просто все, кто не согласен, мы их топим в Ганде.
Ну, потому что, чтобы дать, чтобы они получили вечное благо. Но Мадхава Адхикари, он уже понимает, кто такой Кришна, кто такой гуру, кто такие преданные, что есть разные уровни преданных, что есть люди обусловленные материально, что есть демоны, есть невинные люди. И он в соответствии с этим строит свои отношения с людьми, во-первых, так, и во-вторых, он именно способен проповедовать, потому что одному надо сказать одно, одному надо сказать другое, другому вообще он ничего ни на что не способен, ему надо дать покушать. А есть даже такие люди, которые даже просад не возьмут. Есть настолько греховные люди. Я помню, мы когда со Шьямой присоединились, мы, ну, знаете, вдохновился же, и мы всем таскали торты. Вот, где, всех, кого мы знали, мы пошли, приходили в храм, покупали торт или шарики сладкие и тащили все. И вот среди всех я был в шоке. Есть все там, ели его, аж за ушами трещали. Потому что он очень вкусный, во-первых. А есть те, которые ты им даешь, они шарахались. Шарахались, как будто я им яд даю какой-то. А к этим тоже есть подход. У нас на Харинаме тоже распространяли просад. Одни подошли и говорят, вы там подсыпаете наркотики туда, знаете, чтобы людей типа контролировать. И у нас там подошел один, ну и толпа собралась, все начали слушать. Он подошел и говорит, слышишь, говорит, кто ж тебе наркотики в еду бесплатно положит? И все такие, ну что, слабили, все разошлись. А сначала очень такие все стали. Бесплатные. Наркотики? Посыпают наркотики людям. Когда сказали, кто ли, дурачок, что ли, наркотики бесплатно. И все такие, знаешь, раз и все. То есть надо понимать, надо, мы должны, как это говорится, включать мозги. Так или иначе, Шри Чайтанья Махапрабху ки. Джай. Шри Гора Нитай ки. Джай. Шри Гора Пурнима, которая скоро будет ки. Джай. Приходите в все храм. И вот читание Чаритамриту и читание Бхагава, там преданные читайте. Это вообще такой нектар. Вы просто еще больше будете способны оценить то, что мы получили. То, что мы имеем. Окей. Шрила Прабхупада ки.